нам, к сожалению, нет замены. Вот в чем беда. Я скажу парадоксальную вещь, может быть, и для моих коллег. Да, мы можем возродиться как космическая держава, только в случае, если экономический кризис, мощный экономический кризис, оторвет наше руководство и нашу властно-олигархическую вот эту группировку от двух труб. Вот. Тогда начнем думать, как думали японцы, тайваньцы, у которых нет этой... То есть, если мы покончим с голландской болезнью, можно так сказать. Да, вот если оторвут нас от этих двух труб, вот тогда мы начнем думать, и тогда наука возвратится, она будет призвана, и она будет искать вот пути, так сказать, иных, в том числе экономических решений. Да. И тогда мы возродимся, мы умеем возрождать. Кстати, многие мировые экономисты то же самое говорят, что кризис может послужить всплеском для технических инноваций. Мы видим.